А, черт. 22 здоровья. Вот это проблемы. Всем привет! И добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть Don't Starve Together с модами. Ссылочка на моды есть, в общем-то, в описании на все. Зима? Да, кстати, зима тут подкралась. И нам бы неплохо было бы подготовиться, но мы уже в целом-то готовы, на самом деле. Шапка есть, камень. А, ну такая нормальная зима с дождем, все, все как всегда. Что тут нам надо? Так, 2 папируса, 6 золота, семечек. По-моему, кто-то машину перекрасил или нет. Ладно, в любом случае, да ёпта, вы-то куда лезете? Папирусы, папирусы, нам вроде бы есть с чего сделать. Давай-ка организуем. Первый папирус и второй. Иди нафиг, пинчай. Блин, ненавижу, когда они на базе появляются. Знатный гемор с ними. 6. Пару семечек. Тут мраморный кустик растет. Давай пока ловушку уберем, а то птицы будут нон-стопом ловиться. Это немножечко не то, чего я сейчас хочу. Грибы там уже успели подрасти. Откуда-то уже лед вырос в первый день зимы. Нормально, чё. Так, вот семечек где взять? Что-то внезапный дефицит. Так, птица, может, и выкакает какие семки. Но это не точно. Я лучше пока ягодки соберу. Честери, что у нас? А, ну тут только бритва. Бритва нам сейчас не особо-то нужна. Так, вот. Первые семечки. И вторые семечки где-нибудь надо нашибать. И все у нас будет неплохо. Отлично, еще. Там он еще валяется. Ну ладно, это уже не суть важно. Нам, в принципе, этого объема хватает. Что мы тут? А, ну тут еще разные шапочки же у нас есть. Голова свина. Надо посмотреть. Это из модификации. Кстати, я их не тестил. Голову свина, к примеру, сейчас забодяжим. Ну, единственное, сначала, конечно же, мы поставим клеточку. Че у меня какая есть пиратская? Давай вот эту пиратскую бахнем куда-нибудь. Чтоб она нам особо люто не мешала. Давай вот сюда. Такс. Птичку. Все как бы. Здесь норм пока что. Этим мы можем закинуться. Это можно убить. О, лазурное перо. Лазурное перо нам тоже может в теории да понадобиться. Ну-ка, я вот хочу свиную голову вот эту сделать. What the fuck. И камень-грелку бы надо, да. Так, подожди, это где в конструкциях? Голова свина. Вон оно что. Блин, еще и собаки. То есть просто вот сюда вот ее поставить можем. Это немножечко не то, как бы, чего я ждал. Ну ладно, сойдет. У нас тут еще есть возможность тентов новых поставить, да? Что я тут могу, по идее? Так, обычная палатка, это ясно. Я хочу вот такую вот. Но это надо шерсть бифала, веревку. Меховая палаточка, да? Сейчас к нам, правда, придут. Или за нами. Так, я вообще хотел что сделать? Камень-грелку. Камень-грелка. Впереди. Нас ждет сейчас слегонца бой. Наверное, пока шапку вот эту одену. Перекушу. Здоровья мало, поэтому такое. Кстати, насчет здоровья. У нас еще и броня вообще ватная. Блин, у нас проблемы. У нас сейчас могут быть проблемы. Ладно, ждем, готовимся к битве. Кофеек бы еще сделать. Было бы вообще классно. Ну ладно. Кофе может подождать. Давай хотя бы пока тефтелек забодягаем. Ждем собак. И потом пойдем, наверное, шерсти еще добыть. Надо бы. Блин, может, уже побежали? Ночь. А, побежали. Мы их ночью в аккурат постричь можем.
Ну и собак как-нибудь сейчас там по дороге попытаемся цепануть. Я, наверное, на всякий случай сразу сделаю запасной факел. А вот и шавка. А, черт. А, 22 здоровья. Вот это проблемы. Вот это проблемы. Собак много. Но вы держитесь. Ладно, просто валим. В пижамке. А, черт. Сейчас бы не отклеиться. Задолбанных псов. Идите в задницу. Вон пчелы. Давайте с пчелами рамсите. Черт, а? Что ж ты ко мне пристал, это животное? По дороге? Просто стартуем. Мне сейчас с ними драться вообще не выгодно, у меня ни брони, ничего нет. Так, ищем бифалят. Вроде бы никто не тявкает. Так, ну это этот дышит. Я хочу тент сделать. Мне бы надо туда залезть куда-нибудь, отхилиться. А, да, вот я что-то хочу шерстяной этот потестить. Шерстяную палатку, я не знаю, как назвать. Шерстяной тент, наверное, все-таки, да? Черт, походу я сейчас за ночь не успею. Но если что, мы можем бифла, конечно, убить, попытаться. Но, учитывая мой уровень здоровья, это такая себе затея. Очень сомнительная. Ват? Чё тебе не понравилось же? Я был максимально неожен. Чёрт! Беги, беги! What the fuck? Зима же! Чё вы вдруг? Чё-то я они вообще не одобрили, короче, моих попыток их побрить. Опасно. Сегодня не бежит никто. Шерсть-то я хочу забрать. Твою мать, как вовремя все происходит. Сейчас бы не сдохнуть, они, может, тупо вообще в ярости. Где-то тут я вас брил, да, ребятки? Что-то маловато шерсти 6, а мне надо 10. Чего вы так взъелись-то? Ух! Я все понял. Ладно, валим. Черт, это чертовски опасное занятие. Так, 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 так. Что у нас камушек? Мне вообще дерево надо. Давай сделаем доспехи. И тогда мы, может, ушатаем просто бифла. А из лысого бифла шерсти выпадет, нет? Нафиг я траву собираю. Просто рефлекторно уже. Привык все грести, да? Надо подгребать. Ладно, погнали, сейчас дерево добудем. Я далеко уходить сейчас не хочу. Я хочу с ними еще махач замутить. Блин, ну здоровье, конечно, это трындец. Просто-таки очень мало. Давай пару деревьев срубим. Быстренько относительно. И потом вернемся мстить долбаным бифала. Чё это они вдруг придумали-то яриться? Когда этого совсем никто не ждал. Так, ну вот, три деревца, возможно, и хватит. Но это не точно. Ёпта. Топор сломал. Ладно, давай пока деревья соберем. Вот эти вот бревнушки, да? Я скоро еще мерзнуть начну. Костры разводить надо будет. Поэтому, наверное, все-таки имеет смысл. Да, вот это все добывать. Текс. И продолжать добывать. 15, 15. Ну, давай еще вот это одно дерево срубим. Я думаю, этого будет достаточно. Текс. То есть, преимущественно нам что в первую очередь? Нужна броня. Без нее вот просто никуда. А, ну, две веревки, да. Снежочек. Все как мы любим. Зачем я удочку таскаю? Хороший вопрос. Сейчас там, наверное, все лунки уже нафиг позамерзли. Давай немножечко согреемся. Или множечко. Ну, согреться-то в любой ситуации нужно.
Бритва, бритва. Я не помню, где мы еще Бифола находили. Если находили, то где-то не здесь, потому что здесь их что-то всего два пасется. И те что-то очень какие-то наглые тваря. Ну, давай, камушек. Давай, грейся. Давай мы тебя прям вот так вот. Ярким пламенем. Ладно, пойдет, короче. 88%? Нифига себе, оно быстро отъезжает. Вроде ж не так давно и сделали, а уже что-то не кисло так поломаться успело. Так, там пингвинчики. Где эти лютые твари? Давай-ка мы с вами заобщаемся. Я вот давно хотел проверить. Давай, иди сюда. Выпадет ли из тебя то, что мне нужно? Так, я поди шапку одену. Иди сюда, подонок. Экс. Чё-то... Что ты себя так странно ведешь, придурок? Бежим. Бежим, они Честера бьют. Вот это вообще не по плану. Где эти говнюки-то? Два унылых говнаря. Давай, агрись. Все, погнали. Чё ты сюда-то все? Чё с вами не так? Бежим, бежим. На Честера не переагривайтесь. Надо, короче, Честера выкинуть. Он мне только мешает, блин, зараза. Сейчас мы вот тут его где-то оставим, а то они на него просто переагриваются с чего-то вдруг. Собаки. Блин, вот это я вовремя. Ват. Минус. Сойдет. Жалобы тоже, наверное, имело смысл пособирать. Хозяйство пригодится. Ну и погнали. Единственное, что сейчас темнеет. Но я хочу шатнуть, проверить. Выпадет ли из лысого еще шерсть дополнительно. Единственное, что я тут могу отгрести, конечно. Иди за мной, придурок. Че, у вас краснопопия зимняя, что ли? Ват. Не, короче. Короче, не канает. Что-то они как-то странно себя ведут. Почему-то не агрятся толком. Какое-то дерьмо что происходит, откровенно говоря. Блин, у меня 10 здоровья. Мне это, короче, надо домой идти и лечиться. Иначе мы тут сейчас откинемся где-нибудь. Сейчас еще поедим, наверное, по дороге. Вот как-то аккуратненько перекусить. Что-то чересчур я рискую. Пойдем какую-нибудь палатку замутим и будем отсыпаться. Давай вот. Хоть немножечко да выхилимся. Сейчас мы начнем еще через пчел бежать. Всяких разных злых. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-шеньки-ой-ой. Это тоже вообще не круто. Ну блин, просто, конечно, эти мамонты. Ой, мамонты. Бифола меня прям вообще напрягли конкретно. Сейчас посмотрим, может быть, у нас там шерсть еще была какая-то, да, в запасе. Может, этого будет достаточно. Ну, если что, еще можем на мамонта сходить поохотиться, чего бы нет. Ну, из мамонта только мясо же падает, шерсть нет. Хотя шерстистые же мамонты, они же, как бы, из них шерсть же должна быть. Хотя здесь какие-то куала-слоны. Текс. Ну, еды-то у меня много. В этом-то проблем нет. Давай мы пока сюда вот эти жало скинем. Поспать. Я могу, конечно, в спальнике, но это не супер. Давай посмотрим. Черт. Хвала богам за свет. Блин, вот это палево. Давай вот так разожжем. И уберем. Черт. Это было опасно. Это было весьма опасно. Две шерсти. Две шерсти явно маловато. И тут еще. Ну, суммарно 8 шерсти, а нам надо 10. Не добыл нужный объем. Ну ладно, что. Мы еще там палатку можем организовать.
Ну, здесь очень много щупалец. Блин, ну я хочу из шерсти бифала. Я прям хочу. Где спальник? Давай попробуем пока в спальнике поспать. Он меня хоть подхилит, хоть как-то. Сейчас вот рядом с кроваткой ляжем. Ой, рядом с кроваткой. Отличный сон! Я прям взбодрился. Долбанное утро. Что-то я не обратил внимания. Лег, поспал на все деньги просто. Отлично, отлично. Ладно, тогда давай мы вареников замутим. Хоть какой-то отхил, правильно? Хотя это хороший отхил. И пойдем опять к бифала. Эти твари должны страдать. Давай вот так, оп. Заодно прикормим. Ее надо кормить, потому что она имеет свойство умирать. Такс. По-моему, не обязательно прям вот столько, да. Вполне себе и столько хватит. Тефтельки мы пока закинем. Подожди, давай. Давай мы это сюда отправим. Зачем-то у меня тут персики. Ну ладно, это типа десерт. Если что, вдруг. Куда бы еще сходить? На бифала? Ну, блин, тут только этих два подонка каких-то странных. Еще сюда можем сбегать вниз. Ну, сейчас, наверное, куда-то туда слазим. Посмотрим. Единственное, что надо отхилиться. Что у нас тут? Сорокет хила. Шикардосно. Делаем еще одну порцию. И вообще не паримся пока что. Супер. Ну и погнали туда, наверное, на бифал опять. Забрался уже в эту чащу. Как бы темно и страшно. Но там вот мы подальше не были. И там, возможно, что-то интересное. А, возможно, и нет, конечно. Но в любом случае стоит узнать. А вот и бифала. Ну, здрасте, ребята. Да, он краснопоп и скотина. Ну, ничего, мы, думаю, сейчас ночи дождемся. Ой-ой, пауки еще тут. Давай пока что какахи пособираем. По дороге подобрал сапфир, который выпал с гончей. Пару клыков. Ну, чтобы были, да? Подождем, пока стемнеет, этих двух бифала обреем, и тогда сможем сделать эту лохматую палатку, посмотреть, насколько же она эффективна. Но, насколько я знаю, судя по описанию модификации, там эффективность растет прямо пропорционально от сложности создания, в общем-то, тента. Или они там, может, чуть бонус. Но я уже не помню, откровенно говоря. Я помню, читал, там чем-то они отличаются, какими-то там своими эффектами. Так, паук, вот ты сейчас вообще не вовремя. Плюс, если что, я могу похилиться на сорокет. Учитывая, что у меня 75 здоровья, мне две порции вареников, это, считай, фулл хп. Так. Ну, все, тут осталось понты до ночи дождаться. О, да. Ты нашел кого сагрить. Братюня, в этом бою тебе явно не победить. Вам вообще никому не победить. Сейчас все пауки сейчас сбегутся, блин. Давайте-ка вы от них уйдете, я ночью их спокойно как бы забрею, не? По-моему, хороший план. Ой, паутина. Блин, у нас паутинка-то дефицит. Давай, 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 давай. Ну, и придется, наверное, сразу факел сделать. Все, спать, спать, спать. Вот. Отлично. Ладно, валим. Шерсти у меня уже хотя бы хватает. О, ровно десяточка, ладно. Ну вас в задницу. Идите лесом. Ну я лесом иду, все лесом идут. Только я домой через лес, а вы просто лесом. Черт, опасные твари, когда они краснопопые. Ну ладно, сейчас мы прибежим домой, в общем, поставим этот лохматый шерстистый тент. Блин, еще бы не замерзнуть в дороге. Могу погреть деревья, пожечь, типа, вот так, оп. Так, сейчас бы тут все не спалить, конечно. Ладно, я немножко отогрелся. И этого достаточно, я думаю, пока что. Давайте-ка домой возвращаться. Что ж, давайте сделаем эту лохматую палатку. Получается 10 шерсти, 2 палки, 1 веревка.
поставим, посмотрим, что нам, какие бонусы это как бы даст. Да, ее только поставить. Так, чтобы особо не мешало, да? Угу. А, ну типа вот она обычная палатка, и вокруг нее куча-куча шерсти. Спать я, конечно же, не могу, ибо день. Но ладно. У меня, в принципе, все фуловое. Но зато мы ее пока что поставили. Черт, единственное, что... Как бы да. Холод. Холод, холод, холод. Ну, давай тогда что сделаем? Не дерево надо. А дерево у нас умеет... Парень, как бы добывать, которого мы умеем призывать. Давай мы его призовем. Что там для этого надо? Так, ладно, где книжка? Текст. Ага. Два топлива ужаса. По-моему, у нас где-то было. Так. Собственно, вот оно. Давай. Ты полезен. Бываешь, по крайней мере. Немножечко отогрелись. И помчались. У нас тут всякие разные деревья растут, которые я бы тут не очень-то и хотел видеть. Ну, вот эти можешь не рубить, конечно, надо. А кому я говорю? Проблема в том, что, блин, он рубит все, что видит. Не всегда это уместно. Давай вот это руби. Я тут пока ветки соберу. Я его, наверное, сейчас просто повор... Да куда ты побежал? Наркоман! Твою мать. Ах, ладно, глаз да глаз за ним нужен. Руби. Ну... И шишечки пособираем, я думаю, посажу потом там, где мне это будет необходимо. Давай пока здесь где-нибудь руби. И шерстистую эту палаточку мы потом потестим. Но в целом крафт ее не столь прост, как казалось бы. Но в целом, если бифла, конечно, не краснопопы, то это гораздо-гораздо проще сразу все становится. Так-то оно, конечно, посложнее вышло. Ну и тем более, как бы, объем здоровья моего оставляет желать лучшего. Черт, сейчас пауки полезут. Ладно, погнали куда-нибудь. Сюда, я не знаю. Здесь вот эти деревья, правда, которые бы не хотелось рубить. Ну, пускай пока вот это порубит. Ну, сейчас просто, наверное, в другой лес пойдем. Черт. Погнали, чувак, хоро рубить. То, что тебя не просят. А, вот здесь вот нормальные деревья, здесь и ветки опять. Ладно, я сейчас куда-нибудь подальше отбегу, дерево надо будет подфармить. Ну а на этом пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.